взрыв и свист в ушах. Ну, там, не знаю, несколько секунд я упала, быстренько сгруппировалась в ожидании, когда все пролетит, да. Потом услышала голос мамы. Мы начали искать друг друга по городу. Так Алена вспоминает вечер 14 апреля. Около 18 часов в Днепре включили сигнал тревоги. В это время Алена и ее родители были на огороде. Спустя минуту раздался взрыв. Ее отец оказался ближе всего к эпицентру. 60-летний мужчина получил тяжелые ранения. Есть угроза для жизни. Он тяжелый и находится на аппарате искусственной вентиляции легких. Мы его из критического состояния вывели, но откровенно сказать, что мы его спасли, тяжело пока еще. У Алены тоже осколочное ранение. Один осколок медики достали из бедра, второй из руки. Женщина говорит, в частных секторах семья переехала после начала полномасштабной войны. Оставаться в квартире побоялись, но и в тихом месте не смогли спрятаться от российской ракеты. От дома почти ничего не осталось. Он нежилой, по сути. Тут уже крыша, все. Стекла, окна, летняя кухня тоже уже будет под снос, скорее всего, невозможно. Различные повреждения получили более 30 частных домов. За помощью к медикам обратились 13 человек. Среди них один ребенок. Вадим с семьей приехал в гости к родственникам. Как и его соседи, оказался рядом с эпицентром взрыва. Почули сирену, потом в телеграме на... Услышали сирену, потом в телеграм написали, что срочно в укрытие. Я услышал уже свист, начал наклоняться, чтобы избежать ранения, и сразу взрыв. С вечера 14 апреля с пострадавшими работают психологи. У каждого свое. Несколько людей были с явно выраженной истерикой. Это реакция организма на те события, которые здесь происходили. С утра волонтеры международной миссии выдают строительные материалы людям, чьи дома пострадали в результате ракетной атаки. За сегодня мы уже выдали 30 строительных наборов. Сейчас машина приехала, выдадим еще 20. То есть за сегодня будет выдано 50 строительных наборов от ВКБ ООН. С заявлениями о повреждении имущества уже обратились более 40 человек. А в Никополе, Днепропетровской области, в результате очередного обстрела пострадало 3 человека. Один из них Андрей. Он работает в инспекции, которая фиксирует последствия российской атаки по Никополю. И в воскресенье, 14 апреля, как раз был возле дома и горящего микроавтобуса, по которому ударили из артиллерии. Спустя полчаса россияне нанесли второй удар по тому же месту, использовав дрон «Камикадзе», рассказывает мужчина. Телефон беру, хозяина, про пошкоженность спрашиваю, там был забор только у меня поврежденный. И этому вдруг разговаривал, записываю телефон, сфотографировал. И тут ниоткуда не возьмись, дрон просто облетит в нас. Водит сверху, с большой скоростью падает. Мы ничего не успели сделать. Мы просто попадали и все. Я думал, что все, мне конец, честно говоря. Мужчина рассказывает, за год его работы с двойным ударом россиян в одно и то же место столкнулся впервые и называет это прямым террором мирного населения. Сейчас Андрей в реанимации. Медики говорят, угрозы для его жизни нет.